Мы проснулись с Фасадом и сейчас готовимся идти в зал. We're going to the gym, baby. Get big, bitch. Yeah, lightweight, lightweight, baby. Lightweight, baby. Think I discovered a new vein. Big, big, big guy. Yeah. Я в комнате у Сергея Белого и Ронни Гримсона. Мы ждем Сережу, чтобы отправиться в джим. Зал, джим. We go to the gym. Ронни Гримсон. Доброе утро. С добрым утречком. Ярославский опухший... Что опухший-то? Подбородок. Бля, да ладно, опухший. Конечно, все опухшие. Сейчас просто в Москве 4 утра, а здесь сколько получается? Здесь 11 час. 11 час уже. Вот так вот. У меня тоже лицо опухшее. Готовят всякие наркотики какие-то свои. Наркоту какую-то разложили, дорожки какие-то делают. Непонятные напитки разлить. Наркоманы! Мы наркоманы. А, как там песня была? Наива. Мы идиоты. Ну, наркоман. Ронни признался, честно. Короче, моим родителям лучше эту тему не смотреть. Значит, как раз им стоит это посмотреть, что делает их сын. А? Что делает? В другом конце света. Да не надо хоть мне в нос пихать ее. Снимай нормально. Я тебе красиво снимаю, наоборот. Я делаю крупные планы. Красивые ракурсы. Это как крупный план делаешь, там вообще капец какой. Biggest, the best, better than the rest, better than the rest. It's Serge White. Че, парни идут в зал, а я буду их снимать. Надо еще музыку такую подставить, такую, знаешь, эпичную. Сезонный фитнес, короче. Вот это про Россию, по-моему. Парни в зале сейчас занимаются все, фигачат с утра. По московскому, говорю, сейчас 5 утра, но мы все равно фигачим. I have the largest arms in the whole of Southeast Asia. Now deal with it, bitches. Do my own. Show ups, show ups. Yeah.
Мы готовимся к групповой фотографии. Пришли в гости к Сержу и к Рони. Мы, короче, воруем у них прот. The paint I buy, the graffiti paint, is from Germany, and then the fucking paint that that you guys got for me was from USA. I'm like, what the hell is? Had a soccer player on it. I'm like, what the fuck? Like, soccer is not big in the US at all. It's so, it's just all contradictory, all backwards. Тусуем здесь местные забегаловки, кушаем местную еду. Короче, нифига не понятно, что там в меню написано. Поэтому Эндрю помогает нам в этом. В общем, тусим, кушаем, развлекаемся. С нами все. Не надо нам дождь. Масонов. Мы попросили дабл. Дабл-дабл. Ну что, наша бравая команда. Бр-омен. 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 Ти-та-ти-та-ту-та-тан. Та-ти-та-ту-та-тин. Вот и наш Grand Hotel Season. Огромнейший. С огромными деревьями. Вот. Ну, вообще, шик. Просто это, как это... 10 баллов из 10. Идем вместе с мастерами Dragon Gate и DDT Pro. Да? Я правильно сказал? Правильно? Это знаток Японии. Ronnie Crimson. Ronnie Crimson. Вот. Посад. Сима. Маса. Ронни. Эйта. Эйта. Going together to the hotel. Конечно же, большой парень Эндрю. Mighty Angel. Просто, ну, не больше, не меньше сингапурский райбок. Ну что, не так, что ли? Да. Я думаю, даже не райбок. Я думаю, даже Голдберг. Вот он, российский Голдберг идет. Да. Оп-оп-оп. Наш отель, смотрите. Ну вообще просто сказка. Ну что, мы встретили своих сингапурских друзей. I comment in Russian that we meet our Singapore friends. Zap. Yeah. It's cool. We going to find some market and buy some five bitches. some bitches, some alcohol, some drugs. And we have a party! Cocaine. Yes. Condoms. No. No, isn't it? You need condoms. Да. Майти с нами. Эй. В общем, все хорошо. Все отлично. Кстати, вон Грегу, который идет впереди с сумкой. Раскирачили машину, короче, в прошлый раз в Сингапуре. Но я им показал, куда свернуть, и на самом деле я был неправ, и он себе машину, которая стоит сколько там, 3 ляма у него. Ну вот, он себе, короче, сломал зеркало. Ну, бывает, да. Я не виноват.
I don't know. It's cheating style, you know? We're Russian bodybuilders and physics over here, physics over here. You know, all physics are gay. Oh. Yeah. He's too. He's become gay. No, I'm not. Who has the biggest dick? Interesting. Ronnie. Сладкий. Ну вот, в общем, идем в маркет тусить. Наш друг с нами. Вот. Но... В принципе, похоже все на Сингапур, на самом деле. Ну, мало чем отличается, так прям. Вот. Дохерища машин, дохерища всего. Все говорят, что вот, чувак даже друган наш помахал. Оп-оп-оп-оп. Все так смущаются, камера. Не привыкли чуваки во обложках сниматься? Не привыкли. Не знают, что это такое. Да? В общем, все нормально, идем. Ищем, ищем. Идем по местному рынку, по местному базару. Тут, конечно, вонь дикая. Smells like... Вонь тут, короче, дикая. Идем по этому базару здесь. Здесь люди кушают, покупают всяческие шмотки. Ну, короче, черкизон, только еще похуже, немного похуже. Ну, как немного, похуже. Вот, какие-то напитки. Мы прибыли на наш стадион, и смотрите, какой огромнейший просто. Но на самом деле фишай, наверное, не передает всей просто красоты, но реально он очень огромный. Не только красоты, а именно размеры этого стадиона. Посмотрите, какой ринг просто в центре стоит маленький. Просто жесть. Смотрите, какой свет. Это просто очень круто. Единственное, что сейчас здесь жарко, прям очень жарко здесь, прям вот духота, как на улице. Но нам сказали, что включатся вот эти вентиляторы, и... будет все окей. Но просто если тут даже побегать, тут можно 10 раз пропотеть. Вот. Сонджи приехал. Вот. Ну, в общем, все здесь. You blow your mind because Fassad versus Anton Derevyan, and it will be the greatest fight. I'm hungry for it. I'm taking off this thing now. I'm not even that mad at you, but I'm so excited. Look how mad I'm looking. It's gonna be a great match. You guys better see. We're gonna do all the moves. Spin kicking, rope walking. Okay. Taking my shades off. Flexing even more now. Roar! All right, guys. So come on. Save the energy for tomorrow. May the best man win. Scissors! How are you dying? Literally, I'm literally dying. What a clever. That's good. Good one. Literally. Dying literally, isn't it? Literally. Закончился ничем. Мы с Фасадом собираемся на стадион. Не выспались, кушать охота, вчера поели мало. Вот была подготовка к чемпионату Wrestling City. Будет круто. Ну что, гастры готовы.
This is how success looks like. We made it. We made it. Ну что, все готовы? Мы отправляемся на... А вы им сказали, куда ехать-то? Да. Вот, отправляемся на стадион. Суперстарс. Вот, в общем, отправляемся на стадион. Сейчас вот какой-то... We're going to WrestleMania. Waiting for that big payday. Looking for them contracts. Let's go on some contracts. Looking for them contracts. No, 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 Russian song, for Russian. Hey, you wanna see something really scary? Я помню имя любимая моя. Учитесь, блин. Вот forget так that, вот. Forget the name. Favorite mine. Yeah. Rest in City, Asia. Come on. Peter. Not you. It's Serge, yeah, really. No, Peter. He is the Peter. Yeah. Wait, that doesn't make sense. Сейчас вам покажу наш стадион еще раз. Со спецэффектами, со стульчиками. Сидим вместо забегаловки с классным столом. Вот. В общем, прям вообще, ну, тут комфорт over 100 просто. Здесь прям все хорошо, все отлично, все прекрасно. Вот, все рады. Ты рад, фасад? Yeah? Yeah. Are you happy? Yeah. You know. Ты рад? Always. Ну, ты прям сидишь в summer time. Готовимся к шоу, в общем, подготовка идет полным ходом. За вас. Cheers. I feel fucked up. He feel fucked up. How you feel? Fucked up? Yeah, bro. You have, the sweat on your mustache sweat. Sweat stash. Маечки со Стивом Остином пошли. Сейчас Bullet Club будет стопудово. Ребята, все как надо. Да, он уже. Остин уже пошел. Тут, конечно, с камеры не увидишь. Ну, не суть. Вот. В общем, вообще фанаты есть. Фанаты есть, да, но непонятно, как будет вообще зал заполнен или нет. Ну, вроде пока вот прибавляется он. Thank you.
Спасибо. Yeah, yeah. Look. Come. Oh, oh, let me get it again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. What a mess. Thank you, bro. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Oh, what are you doing? Sorry. Can I take a selfie? Yeah, come on. Look, 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 look. Look. Come on, come on, one more. Close the nose. Yeah, thank you, thank you, thank you very much. Thank you, thank you very much. Legend. I kick him. Take a photo with both of you. Yes, yes. Sure, bro. Congratulations. Thank you very much. Yeah. Come on. Good man. Thank you very much. Thank you, Norris. Trophy, man, trophy. This is huge. Come on. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. All right. Thank you. Thank you very much. Yeah. Sure. Sure. Alright, thank you. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Yeah. Спасибо. Yeah. Good night. Good show, man. Yeah, thank you very much. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Uh-huh. You're welcome. Thank you. Thank you. What are you doing? This. It's me there. Oh, it's you. Okay, I'll take a view. Yeah, yeah.
Cool, cool. You're very strong. Thank you, thank you very much. Yeah, yeah, come on. Three, two. Yeah, yeah, yeah. Three, two. Yeah. And one. Очень добрые фанаты. Мне очень нравится. You come on. Okay, three, two, one. Got it. Thank you very much. Good match. Yeah. Thank you. Okay, 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Thank you very much. Thank you. Anton Beriabin. Sam. The bus to heaven. Don't fucking forget. Fuck. I love this guy. He's really awesome. This is the man. Why do you don't live in Russia? Mm. We drink every day, you know? No, not every day, every week, okay? We have liver transplant every 2 months. Oh, yeah. Oh, yesterday I think I couldn't walk properly. Как тебе шоу? Ну, а клево, если было больше там этих азиатских ребят, было бы еще лучше. Так, нормально, блин, мне очень понравилось, в принципе, там оформление такое. Вот сейчас просто разбирают эти софитики, эти тантрончики. Их очень много. Comment for Russian fans for the show. Yeah. Thank you for watching. I am Sima from Dragon Age Japan, from Japan. I want to back to Russia soon. IWF, see you guys. IWF, thank you very much. I'll be back soon. Bye bye. Yeah, we're waiting you. Thank you. Thank you. Спасибо. Yeah. May I comment some Russian fans. Easy English. Yeah, easy English. What you want to? Thank you. For the people. Yes. For the fans. I like Malaysia. Yeah. I like Malaysia people. Oh yeah. And how about Russia? Russia, more like, I want go to Russia, ne. Okay. Russia, I want, ne. Thank you. Yeah, thank you. Some comments to Russian fans, okay? Okay. Japanese, okay? Okay. こんにちは、ロシアのファンの皆さん。前に参戦したマサタカナシです。私はまたロシアに出たいと思ってます。そしてその時は前に戦った連中にもリベンジしたいし、次に戦うのはお前だ。楽しみにしとけよ。Thank you. Thank you very much. Thank you. You move. Branchak. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Me looking. Oh, really? Yeah, really. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. Ну что, мистер Трусай, бля, рассказывай. Я снял отлэр, у меня так беспокойно. Можно я тебя так выложу в блог? Хотя мой блог же самый честный. Какая разница, что чувак в трусах, господи. Давай, рассказывай. Что именно? Как тебе шоу? Блин, ну, на самом деле круто. И фанаты прям отлично отреагировали. Сжигали. И мы с Рони прям подожгли. В общем, короче, прям огонь. Только единственное, что очень жарко. Да. Очень. Ну, кроме того, что мне подарили Жерон Драгон Гейта, мне еще подарил Маста Канаш, мне подарил этот саке японское, а это вот от Сим подарок шоколадочки. Ну, просто как бы они поняли, кто был главный джобер, и они как бы меня утешают таким образом. Может, они сказали передать это Антону Дерябину? Кстати, там было что-то такое, но я хочу думать, что это, типа, скажи Антону Дерябину, чтобы он там за тобой убрался после матча. Хорошо, я сделаю это, поверь. Слушай, когда мы поедем? Сейчас я просто хочу на шведский стол спеть. 10-30 закрывается. Да все окей. Ребята, не хотите на шведский стол успеть? Вы понимаете, китайский ресторан. Я не буду матом говорить. Потому что, смотри, за шведский стол ты платишь 35 рингит. Угу. Все. За ресторан ты платишь 200 рингит. Угу. Есть разница? Nice. Сидим, короче, с сингапурскими ребятами. Все, короче, тусим. Кушаем. Там второй столик есть. Сплошные звезды сидят. Celebrities. What are you? You guys want to talk?
You guys want to eat quick, yeah? What are you doing? Shooting video. Oh. Shooting the video. Tell about yourself. Tell about yourself. She's a dirty heel. Yeah, I'm very mean. I'll claw your face if I don't like you. Yeah. Oh, especially if you have a pretty face. I don't like pretty faces. I'm prettiest of the prettiest face. Mm? Yeah. That's you? You may look at yourself. No, I'm not pretty. I usually don't like pretty faces. That's actually all you need to know. No. Жрём, короче, сидим. Жрём. Да? Фасад. Say, жрём. It means eat. It's what? Жрём. So I deal with students, like a lot of Короче, может, я такой радости прям не разделил. Ну, видимо, это Рейн. Видимо, да. Местный Рейн. Поэтому им тоже смешно. Но он добрый парень. Так, грубо говоря. Showed up. What? What do you want? One minute. One second. Look at my face. Yeah, it's very nice eyes. Они не понимают.